Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Кателина, Луций Сергий, около 110-62 года до нашей эры. Кателина – римский политик и обнищавший патриций. После того, как ему не удалось стать консулом, составил программу уничтожения долгов, ликвидации задолженности, чтобы привлечь к себе внимание обнищавших аристократов и неимущих слоев городского плебса и молодежи. После второго поражения он организовал заговор с целью убить Цицерона и захватить город. Цицерон узнал об этом и предпринял решительные шаги, чтобы подавить восстание. Испуганный Кателина бежал из Рима и собрал свое войско в Этрурии. В сражении при Пистории он погиб. Подробности заговора Кателины, как и характеристику талантливого демагога, дал Салюстий, друг Цицерона. Ну вот так вкратце о Кателина Луции Сергии, о римском политике и обнищавшем патриции. Пока-пока, до свидания.